Уважаемые коллекционеры и любители старины, у нашего клуба родилась идея проведения блошиных рынков каждую субботу. Мы нашли место, мы нашли помещение. Где можно будет оставлять машину, можно торговать с машины, можно ставить палатки. Это находится в крепости Михаила 11. Если вам это интересно, пишите, звоните, занимайте места. А где это более конкретно находится? Как найти это место? Крепость за лошадью. То есть Михаила лошадь 11. Там? Да. Когда вы думаете первое провести? Первое будет 2 июля. Да. И хотим узнать, интересно ли это будет в дальнейшем.